как-то. Там она была короткая, то есть жуткая крипта была просто очень маленькая. Она не была как отдельная локация. Да, это вот откуда мы пришли. Давайте сразу чекнем, тут ничего нет. 10 секреток, 16 сундуков. Вау. Я на самом деле не уверен, что мы пройдем. Я не уверен, что мы... О, фак. Пока буду отстреливать. Пока есть возможность. А, на этих пипец надо. Блин! Я не могу их убить сразу. Я понял. Короче, криперов надо с расстояния. Мы на очень высокой сложности зашли. Слушайте, я надеюсь, что здесь нам артефакты будут подставить же падать, правильно? Ну, артефакты будут подставить падать, правильно? Стрел мало, да. Я надеюсь, слушайте, потому что в противном случае нам жопа может быть. Так, забрали. Тут ничего, а? Да не туда! Ладно. Это потно, это становится потно, чат. Уже жопа, да. Все надо делать своими руками. Так, 16-е! 16-я! Тем больше штук для драки наделаешь. 16-я! Пошли шустрее, чтоб не жаловались, смерч. 16-я! Крипта не может быть бесконечной локацией, это полный пиздеж. У нее должен быть конец. Шестьдесят семь здоровья. Ну, на дальний бой, правда. Но здесь очень большая разница в... Ну, вы поняли. Снежок. Сразу беру снежок. Мы теперь значительно крепче стали. Оружие бы теперь еще 16-е какое-нибудь. Мейн. Снежок имба. Снежок очень хорошо контрит, особенно жирных противников. Особенно если его прокачать. Наверное, вообще будет пипец. Так, это паренек. Так, ну здесь все, пойдемте. При регистрации Ака Сталкрафт нужно ввести промокод. Я случайно нет. По моей ссылке ты уже и получаешь все плюшки. При регистрации по моей ссылке ты получаешь внутри плюшки. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Слушайте, ну я адаптировался. Типа, неплохо справляемся. Слышь? Оу, бля. 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 Ну, что?
Блин, еба... Слушайте, чё, а чё он такой жирный, я не понимаю? Их две. Да я понимаю, что он зачарованный, просто... Да пять! Ну, что-то как-то это... Так, крипера надо просто выбив... Она падает! Нет! А, он был за ста... Все нормально. Он в стане не... Не взрывается в стане. Криперов надо вырубать стрелой через арбалет, чтобы ваншотнуло. В противном случае у нас очень слабое оружие ближнего боя. Мы не можем крипера вырубить до взрыва. О, там сундук. А как пройти? О! Опа! Хакер! Хакер! Кстати, свечка просто, походу, по приколу. Вау! Вау, 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 вау! Сколько всего! О, воу, воу, воу! Кирка в виде оружия? Что? Урон раненым врагам... Урон раненым врагам до 50%? Так, ну допустим, если я беру до 50... А, ну это получается... Блин, лол, это получается 31. Это получается 31. Это, ну, только если качать дальше до 100%. Но в нынешнем, в нынешней ситуации это будет обычный урон топора, по сути. Не, нет. Это, конечно, ок, но... Что-то там не выпадает ничего лучше топора. Вообще странно, что на такое говно выпало. О, блин. Так, все. Реально какое-то говно упало. Почему нам не упало нормальное... 16-я какая-нибудь. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ва-ва-ва-ва-ва. На. Берем реген. Берем это. Вот это. Блин, стример просто разваливает жестко, нереально. Левел. Уходим, 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 уходим. Так. Чисто протанковали. Забрали. Хорош. Стрел 63. Вообще отлично. Пойдем за не сундуком, а в ту локацию, в которой мы не были. Правда, странно, как у такого лакирка выпало такое говно. Ну, мне броня выпала типа норм. Ой! А этого не задело, потому что он был наверху, да? Ясно. Так, что здесь? Что здесь? Ничего, просто? Окей. Может, ты осилишь пятый, если не будешь танковать толпу? Ну, в смысле, я вообще-то пока отлично иду, лол. По-моему, в данный момент я иду очень даже неплохо. Правда, непонятно, насколько... Ой, одни криперы. Рикошет просто замечательная в этом плане штука. Так, нам направо. Ой-ой-ой. Нет! Фак! Эта комбинация была жесткая. Вы видели, что произошло? Меня в паутину долбануло, я не мог отойти. Блин, криперы очень жесткие, конечно, на этом уровне сложности. Их надо сразу контрить. Так, опять просто... Просто эта штука. Так, нам говорит идти туда. Вон там, видите, точка есть. О, ивент активировал! Ничего себе! Ха-ха-ха!
А мне нужно что-нибудь за это? А, там еще кто-то жив? О, сундук дали! Опаньки, а вот и меч. 7-й. Да что ж такое-то? Блин, чат, блин, что такое? Чат пишет про какую-то плиту? Какую плиту? Говно опять упало. Какая плита, чат? Вы дурачки, может, какие-то, не? Ты плиту пропустил в зале с загадкой? Какая плита в зале с загадкой? У тебя что, галлюцинации? Хо-хо, какая с загадкой? Вот увидишь, я тебя могу. Эх, сука! В какой загадке? Ой, Серег, не да. Тяни. Все мы знаем, что у тебя под столом скрытая кнопка. При нажатии повышающая шанс дропа редких и легендарных предметов на 1000000%. Это неправда, Drink Poison. Здесь? Ребят, в каком зале справа у входа? Где? Другая комната? Какая другая комната? Какая другая комната? Какая комната другая? Какая комната другая? Нет, ты дурачок, что ли? Я не могу понять. Тебе дурочку вызвать? Ты что, у тебя за проблемы такие? Не, все, чат, в жопу идите, короче. Вы сами не знаете. Походу, вы обосрались, да, и пытаетесь прикрыться. Да твою мать! Ну вы обосрались, да? Ну я понял. Все, чат, я... Давайте. Вы сами не понимаете, что несете. Так. Здесь тут вроде бы тоже ничего. Чат, вы ничего не видели на самом деле. Вы меня еще старым называете? Галлюцинации у вас, а старый я? Ну, как бы подумайте просто над своим поведением и уровнем вашего интеллекта, не знаю. Разреши нам срать, и мы покакаем. Срите, разрешаем. Когда будет мое оружие новое, алло? Жестко! Переоценил. Понял, понял. Переоценил. Это было жестко, да. Так, здесь ничего. 3 из... Окей. Донат звук ключи. А, спасибо, Джоналит, за 100 битсов. Благодарю. И Матрикс, спасибо за 3 месяца. А Тони Паперони за 31. Хотя я уже благодарил, наверное, тебя. Все включил. Сундук. Ну, бомжатский лук.
Сколько у нас денег? 691. Это 10 роллов у кузнеца, если что. 10 роллов Филадельфия. Странный тупик. Окей, нам назад петюхать. Назад петюхать, чат. А мы босса еще ни одного же не встретили даже, да? Что? Судишь обо мне по размеру? Все правда. Там две кнопки. Одна на легендарке, вторая для смазки ануса кремом от геморроя. Очень смешно, блин, чат. Знаете, вот вы лучше, чем выпрашивать сапки у шейхов, чат, вы умеете только шутить, вот клянусь. Клянусь, я еще не видел ни один чат, который смешнее бы шутил. То есть уровень, короче, качнул урон от нежити еще. Чтобы как компенсировать, ну вы понимаете, недостаток повреждений. Уровень того, как вы шутите, это, ну, заоблачный, я считаю. То есть вам ни в коем случае нельзя выступать где-то в каких-то юмористических передачах, потому что, во-первых, будет смертность населения высокая от сердечного приступа, а во-вторых, вы лишите работы всех комиков современных. Ну, то есть, понимаете, да? Это ненормально. То есть ваша сила должна быть под контролем. Что я активировал? Оу, вау, вау. Нет! Да блин, это плохо. Так, окей, мы это сделали. И это была секретка, я понимаю. А еще могу? Не, больше не могу. Так, чат. Ну... Да я не понимаю, да чего? Зараза, сука, падла, она и на него чары наложила. Я ж говорил! Какой стример такой, чатик? Петросян Капа? Да конечно, блин. Здесь стример, блин, шутит как Господь Бог. Так что не надо тут это. Вы явно в этом не в меня пошли. Ой, чё тут? Ой, чё тут? Так, стягиваем, стягиваем, стягиваем. Тактика замануха. Е-е-е, тактика замануха, чисто. Чисто по заманухе сыграл. Ой, бомбич! Между нами пальба! Трендын! Чат, чат, вот это я понимаю. На заманухе чисто. Тактика заманухи была. Вообще всех раскатал за секунду. Хорош. Да надо за бицы пропустил. Я от Шона Лис поблагодарил вообще-то. Прости, что отвлекаю, но интересно, с кем сложнее играть? С чатом или Полиной? Уникальный еще! Мало того, что предметы могут быть разной мощностью, с рандомными перками, разными дополнительными приемами и разным количеством самих этих ромбиков, и внутри сгенерированными перками разными, они еще имеют какой-то определенный подкласс в виде уникального, дополнительный урон. Алмазный меч, ну, истинный символ героя, успешный искать приключений. Конечно, как Господь Бог. Бога нет и шуток нет. Блин, ну это ладно, смешно подъебало, хорошо. Засчитано. Шок-контент. За некоторыми вашими атаками моментально следует еще одна. Добыча в жопу, паралич в жопу. Во, блин, чат. Урон нежити. Поджигает мобов на 3 секунды, причиняя постепенный урон. Урона в секунду 6! 30% вызвать удар молнии, следующий урон ближним врагам 4! Блин, а что будет выгоднее? А что будет выгоднее? Молния?
Ну молния до 12 урона! Не-не-не, молния! Молния! Подеха молния! Подеха молния! Не, скринь! Дополнительный удар, дополнительная генерация шанса на хит! Дополнительный удар, дополнительная генерация шанса на хит! Скринь, это будет гроза! Скринь, это гроза! Все! Все сказала! Все! Так, там еще. Все, я сказал! А все! Ой! Знаете, что плохо в Майнкрафте в этом? Когда вы подбираете динамит, у вас он. Вы не можете выстрелить из лука, вы обязательно должны кинуть динамит. Это, ну, это постоянно путает прям. Надо как-то сделать, ну не знаю, на отдельную клавишу. Ой, красиво! Красивые анимации молнии. Плюс ставь плюс, кому тоже нравится эффект молнии в разных играх, типа элементаля. Когда там, например, с лука или оружия в каких-нибудь разных играх у вас шанс прока молнии. Мне в ней нравится. Классные эти штуки такие всякие. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы не бессмертные, тихо-тихо. Перебинить эту хуйню? Не, нельзя, потому что это типа особенность геймплейной механики, это сделать не в бинде. Дело в том, что по-другому никак. Так, не, ну здесь, вот так. Там не шанс этого, ну вы поняли. Но здесь вот что надо нажать. Ва! Эй, это читерство, лол, ты дурачок, что ли? Вообще не туда. Кто-то я могу их убить через это. Там босс. Всем привет, как игра? Охренительная пока. Чат, там босс. Ну, а что мне делать? А сюда как пройти? После убийства босса, наверное? В такой маленькой ко... А! Ура-па-па-па-па! Е... А мне, по-моему, пиз... А мне колобанга, походу. А это пипец. А в такой маленькой комнатке это пипец. А у меня больше рецов нет, это последний. Лол. Оп. А пойдите, может быть, это и был босс? Я не буду брать книгу пока. Я не буду брать, я сначала залутаю все. Я сначала залутаю все. Блин, говно упало. И чё? Но музыка мне вообще не нравится. Здрасте! Аккуратно, аккуратно. А!
А! Награда бомбическая. Это еще что за вафел? Товарищи, наша власть в чате укрепилась настолько сильно, что чат скоро потеряют все шансы на победу. Вперед, разгромим их пух и прах. Дог-дог-дог-дог-дог. Да, спасибо большое за полтос. Награда просто шок. Я был так близок к провалу. Было бы обидно сдохнуть сейчас. Как было бы обидно сейчас сдохнуть. О, фак. Это было... Еще бабок. Так. Не, пипец. Правый верхний угол прочитал. Что? Там все изучено. А смысл смерти? Минус опыт ломает тебя. Если ты умрешь три раза, ты... Тебя, короче, выкинет отсюда. Тебе придется с самого начала начинать. Блин, красиво. Куда я вообще иду, ёб твою мать? Да почему такое говно-то? Блин, ты открываешь какую-то крутую штуку, а там кусок говна. Слушайте, а чё такая крипта огромная вообще, не понимаю. Слушай, она может реально бесконечная? А чат? А не, покиньте крипты. Не-не-не-не-не, она не бесконечная. Покиньте крипты, у нас задание. Она просто огромная. Так. Фух. Надо еще вот тут пойти. Чат, что вы несете там? Вы что, больные дурачки? Чат, дурочку вызвать? Или вы сами? Опа! О! Так, и чё? А! Понял. Не, ну это вроде бы не сложно. Да, это было... А ещё? А, нет. Но музыка играет так, как будто бы это не все. Мерзкие отродья. Да. Послушай, чё, я у тебя на стриме только 15 минут. Моё ебало от кринжа просто разнесло. Ебать. Ты вообще не умеешь шутить, играть. Какой-то дерганный, неуклюжий. Орёшь чё-то. Я вижу, ты вообще книг не читал. В музей не ходил. В общем, ты явно далёк от высокой культуры.
Откуда эта паста, блядь? Спасибо большое, майор Том, за 50 рублей. Откуда эта паста? Блять. Из чата? Нет, ну ее кто-то же копернул откуда-то. Или вы сами ее придумали, чат? Плохо как. Живем. И, блин, слушайте, когда мы, наверное, уже никогда меч не найдем лучше, да? Мне кажется, уже никогда. Так, здесь заперты. Опять будет файт. Вот там, кстати говоря, фигня полная. Там немного... Ну ладно. Нормально. Наверное, сундук еще поставить надо. Да. Золотой причем. Ну, вот этот меч, типа, ну, хотя десятка, редкий. Эх. Так, все, побежали. Обращайтесь по уставу. Обращайтесь, Сергей, по уставу, ты да. Помнишь меня? Я твой одноклассник. Я узнал тебя по твоим шизоидным словам и высерам. А помнишь, как мы всем классом насали тебя в кружку в третьем классе? Ты еще выпил, облизнулся и попросил добавки. Да, помню, а потом помню. Тебя пришел забирать твой отец, тот самый дворник, который изнасиловал собаку и... Блин, это была бы хорошая паста, если бы ты знал, что мой отец давно погиб. Еще до этих времен. Фейл. А... Я не понимаю. Стоп, блять. А за что Даша забанила чувака? Я что-то не понял. Бля. А за что чувака-то забанили? Я что-то не понял. Он же просто постил хуйню такую же. Свинья сундук спиздила? Хорошо, сейчас мы ее нагоним. Предупреждала, чем ты, Даша, не понимаю, почему ты его забанила, когда он... Я просто не понимаю, почему других не бан, а этого бан. В чем прикол? А, он спамил очень часто? Понятно, тогда ладно. Тогда ладно. Так, а как нам туда пройти? Слушайте, какая же она огромная, эта крипта. Тогда ладно. Нет! Вы поняли. Вы меня поняли, да? Вы меня поняли, да? А, вот выход из крипты. Но мы не будем выходить. Мы доизучим крипту и потом выйдем. Иначе какой смысл, да? Артефактов что-то давно не выбивали. Сука! Еще один нелюдь! У вас что, блять, совсем настолько хуёвая у всех жизнь, что живете от подрубки до подрубки, сидя на шее у своих бедных родителей. Вы хоть свет солнечный видите иногда? Или стримы — это смысл всей вашей жизни? Спасибо, Дримбойс, за 50 рублей. Да, блядь! Да, в это... Да, ребята, да. Блядь, смысл в подрубке.
Смысл в подрубке, в подрубке. Нет смысла без подрубки. Опа! Ну, десятое опять. Чё-то... Я думал, что мы хорошо так обновимся, а в итоге... Ну, какое-то говно. Да-да, считай, что все уже сделано. Говно какое-то. Серёжка, да. Столько лет, столько зим. Да. Помнишь, я выдавал себя за твоего отца, чтоб тебя забирать и ебать в подвале? Блин, скучал по тебе, мой маленький петушечек. Как ты? Смотрю, поднялся, стал стримером. Уважаемый человек, тебя весь чат уважает. А шутки у тебя такие смешные. Под столом просто ха. 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 Спасибо большое. Я рад, что смешно и здорово. И это прекрасно. А здесь ничего. Все, чат, мы сейчас уже выходим. И скоро будет раздача сабок, ребята. Еще одна. Сейчас мы пойдем играть в StarCraft. Посмотрим, что это за игра. Что да как, ребята. Скачать ее можно по ссылке в описании. Ой, в описании, под видео. Ну, вы поняли. Под плеером Твича. Всем, кто скачает, установит, зайдет. Вообще спасибо. Всем спасибо, даже кто кликнет и проявит интерес. Это очень сильно поможет мне, если что. И в процессе этой фигни мы еще с вами раздадим сапки. 19! Блин. И вот вопрос. А и как? Ну, типа... Но это-то выглядит все равно получше. Ну, хрень, да. Несмотря на то, что... Я даже отсосу у тебя. Урон повыше, я а толку... Я дочь стримера. Тут не все так однозначно. Да, спасибо большое, Машка. Спасибо. Так, еще один бой. Ух! Ух! Пипец. На! Ничего себе! Да это пипец. Ну это что такое? Вон она, свинья! Ни хрена она убежала! Мы, кстати говоря, не все секреты нашли, не все сундуки нашли. Но в любом случае мы не будем, конечно, бегать смотреть их. В этом особого смысла нет. Все, пойдемте свинью кокнем и выходим из этой фигни. Не оскверняй меня своим курсором! Я сын стримера. Тут однозначно все ясно. Жопа болит. Да, спасибо большое. Тут еще угодник за полтос. Чё, а где свинья была? Походь, чат. Я... А, вот там она, все. Все, 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 все. Ну, вот смотрите, здесь разница на один. Надо смотреть по чантам. Здесь снежок. Ну, да, снежок, наверное, оставим. Окей. Все, выходим.
Го! А, в смысле, это еще не все? Алло, прием! Да твою мать, что с этой локацией? Она что, бесконечная? Это что за прикол вообще, я не понимаю? Чат, что происходит? А после рекламы опять эта игра? Да, мы продолжим. У нас еще много чего интересного впереди. Ну и сегодня в процессе стрима мы раздаем сапки, естественно. 50 штук. 10 я уже раздал, еще 40. Штук 20 раздам, наверное, во время рекламного стрима. Ну, еще 20 потом, после. А, это, кстати говоря, все еще считается той локацией. Вот почему мы не все нашли. Потому что часть находится здесь. Походу, надо выходить было через... Не-не-не, мы все правильно делаем. Это все еще считается той локацией. Это все еще считается той локацией. Так что все в порядке. Ребят, вопрос такой для чата. Минус 50 битцов, почему? Бульмириша, спасибо. Ну, я не буду, соответственно, эту пасту зачитывать, понятное дело. Пасту, вернее. А, вопрос, ребята. А, после рекламы мы будем играть с музыкой чиловой, с которой играем в Майнкрафт? Или мы оставляем эту музон из игры, звуки вот эти все? Ну, звуки останутся, я имею в виду музыка. Кувшин? Сейчас вернемся туда. Хотя отдельно... Опа! Я знал. А я знал. Опаньки. 16-е. Так, так, так. Ребята, а вот... Собирайте больше зум... Ну, это фигня... Снижает урон от всех ближайших врагов на 5 секунд. Ну, не знаю. Не-не-не, все фигня. Все фигня на самом деле, все фигня. Все фигня. Там молния с двойной атакой, ДПС гораздо больше. Меч очень сильный выпал, повезло. Меч выпал очень сильно, ребятки. Повезло. Twitch DJ MB? Ой, если будет Twitch DJ, я тогда не смогу это выложить нормально. Но если хотите, можно Twitch DJ на самом деле. Хотя это будет весело, может быть реально Twitch DJ? Гачи позаказываете. Не, давно не было на самом деле. Да, но не ща, подождите. Так. Вот тут очень... А ну, упёртого отсюда, пока я пса не спустил!
Я не поняла. Этот дринк Пайсон опять тут выбывается. Ничего такого не было. Только я владела тобой все детство. Ты заменял мне твоего отца все это время, и я должна сказать, ты его превзошел. Спасибо большое, Галина Александровна, да. Благодарю. Путешествие в лагерь. Так, ну чё? Мы хорошо прошли дело. Ууу, новые ботинки скорости. А в чем разница, лол? Длительность 1,7... Подожди! Подожди, в них разница в том, что он, блин, на одну... На 0,1 дольше работает? Типа, блин, это... Ну, окей, конечно, но... Но я даже не знаю. Так, у нас что-то появилось новое? Да, мы прошли. Жизнь без старых товарищей и горилки стоит столько же, сколько баба без жопы. Дружочек, ты, видимо, не понял, с кем общаешься. Вот эта твоя манера речи клоунская меня не впечатляет. Давай встретимся. Объясню на понятном тебе языке. Языке боли. Это вообще старо. Старо как мир. Старо как стример. Может, закажем пару роллов? Но, ребят, вы хотите заролить? Вы хотите ролить? Хотите рольнуть? Давайте. Арбалет бабочки. Это арбалет движется быстрее, чем крылья в полете. Поражает врагов, прежде чем они уводят. Высокая скоростность поражается с двух врагов. Нифига. А, ну у него мощь, блин, чат. Ни хрена себе, он еще жрет стрелы. Не. Хотя он уникальный. Типа он выпал уникальным. 102 за него получу. Но он просто... Ладно, а что у него тут есть? Так, скорость. Пробивание. Ну вот на его, ему бесконечность надо ставить тогда. 5! Одновременно 5! Или рикошет! Лол, что? 5, наверное, 5! Короче, бесконечность и пятеру! Надо бесконечность качать. Надо обязательно его прокачать побыстрее на бесконечность, чтобы он больше возвращал стрел. Надо максимально вот это вкачать. Вот это вот надо вкачать. Чё, ещё? Палаш. Палаш миньонов безымянного — это стильное и опасное оружие. Повышение дистанции ближнего боя. Ну, говно. Говно. Ещё. А, кинжал — это оружие труса, по крайней мере, так говорят. Скорость высокая. Ну не, говно. 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 Ну чё, мы же все бабки просрём? Опять говно. Короче, все бабки просираю. Оружие в каждой руке. Это в смысле? Погоди. Так, смотрите. Допустим, даже когда он будет работать двушка. 44 и 36. А зачантить можно грозу. Грозу.
и повышение урона. Не ной, Эскин. Сейчас будешь весь в в мишуре. Вообще ДПС больше отсюда будет, ребят. Не, а ты поздравил меня. Это сильнее. Брутал. Это сильнее. Но с другой стороны, чтобы мансить, это лучше. Потому что мы побьем и уходим. Да. Это лучше, чтобы помансить. Я потом лично поздравлю. Так, плюс 45 здоровья. А, это броня. Время перезарядки артефакта минус 25%, аура скорости перемещения 15%. Но здесь урон в дальнем бою приобретает совсем иные бонусы, да? Урон в дальнем бою оставляем. Урон в дальнем бою, потому что... Говно. 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 Восемьдесят одно здоровье. Шанс избежать попадания 30%. Аура увеличения ущерба от оружия 20%. Зелье лечения влияет... Но это херня. Кувырок бьет мол... Короче, ну вы поняли. Бьет молниями врагов поблизости. Кувырок. Ну это кувырок. Уменьшение времени перезарядку между используемыми артефактами. Пища на поушен. Это не обязательно. Кувырок тоже. Здесь берем перезарядку. Вы восстанавливаете небольшое количество здоровья за каждую сотню исследованных на карте блоков. Нет. При любом использовании зелья исцеления вы периодически создаете случайный расходный материал. Он, кстати говоря, вторые перки не супер классные. Молчать! Я тебя спрашиваю. Стример мелочный и думает только о деньгах. Да. Мы смотри его, потому что он должен стремить, оплатить ему не надо и ему ничего давать не стоит. Он точно миллиардер с рекламы Майнкрафта и просто хочет больше денег. Тупой чатик, не придержите деньги. Это он нам должен, ладно, а не мы ему. Как мы скажем, так и будет. Ну, чат, я больше не вижу смысла ролить пока. Согласны? У нас легендарная, ой, уникальная, есть, уникальная, уникальная. Ничего бы не вышло. Видели? Видели?